Всем бодрого времени суток! Меня зовут Шура, азиатского контента-любитель, и я приветствую вас в зеленой комнате. И кто у нас вернулся? Кто у нас вернулся? О, ананасики и ананасики вернулись у нас! Ничего я про ребят рассказывать не буду, потому что я уже на них реагировала. Ни на чего не намекаю, вон там посмотреть можно это все дело. Альбом я уже послушала. Ох, как вкусно это было! Но об этом попозже. Все, давайте больше не задерживаемся и смотрим. Перед этим успокоимся. Спойлер. Скорее всего, реакция будет объективно-необъективной, потому что это мои фавориты. И я, скорее всего, буду пищать-верещать, увижу Лида, башку снесет окончательно, и я просто буду это... абсолютно не в адекватном состоянии, чтобы что-то адекватно оценивать, вот. Поэтому заранее перед всеми извиняюсь, если кто-то хочет тут конструктив увидеть в этой реакции, можете сразу это, крестик нажимать, переключаться на каких-нибудь других реакционеров или просто клипом насладиться еще раз, в очередной раз, вот. Я вас предупредила. Но кто хочет писков-визгов, милость прошу. Она тульсет. Ой, ну с богом, товарищи. Ой, гитарочки вкусненькие. Я тут еще что-то оцениваю, оказывается. Блин, офигеть! И харяга классная! Блин, как ты классно! Блин, ну зеленый Лида это вообще, конечно, отмал башки. Блин, какие они классные!
пошла уже, это... Все демоны в меня вселились. Как это оценивать вообще? Простите, пожалуйста, ну не могу я, когда у Анасики. У меня перед глазами. Зачем я так оделась вообще? Жарко, 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 жарко. Дома отопление отключили, как бы прохладно, но сейчас вот нифига не прохладно, сейчас очень жарко. Это что такое было? Боже, как классно. Они растут с каждым разом, я не знаю уже куда лучше. Каждый раз они себя переплевывают. Это что такое вообще? Вдох-сдох. Вот и вся реакция. Беспредел. Нельзя так. У меня сердце колотится, вы бы только слышали. Ой, охренительный трек вообще. Мне понравился концепт, как только они начали промо-материалы постить. Очень прям вот эта карточная какая-то цирковая история. Очень здорово смотрится. Я же говорила, в этом месяце, по-моему, с психами у меня прям... Бальзам на душу чуть ли не каждый второй с образом психов. А тут еще образ психа был у кого, а у Лида был образ психа такого. Джокера сумасшедшего. Ой, ой. Несите, блин, носилки, уносите меня куда-нибудь. Я с ума сошла. Ой. Так, ладно, попробуем, попробуем. Чуть-чуть конструктива. Очень мне понравилась переменчивость трека. Пост-хорус. Это что такое? Это что за неожиданный тыдыц-тыдыц был прям? Пым-пым-пым-пым-пым-пым. Я заговариваюсь, пардон. Я вас предупреждала, что как бы тут будут писки-визги, люди. Кому не нравятся такие реакции, я вас предупредила. Я не могу по-другому. Как вот на это можем по-другому реагировать? Ладно, хватит оправдываться. То, что там в конце произошло, это, не знаю, это как, не бридж, это, наверное, dance break называется. Что там в инструментале творилось, ужас, как это было прекрасно. Вообще, блин, да чё сейчас это, на кусочки расковыривать это всё? От и до работа была охренительная. И такое ощущение, что она, вот вроде сколько трек? 3.24 трек времени. А мне казалось, что я его бесконечность смотрю. Они куда-то засосали в какой-то неведомый мир. Я потеряла счет времени. Это так было прекрасно. Все, от локаций до их аутфитов. Да, Лида с полуголым торсом. Это что такое? Это же мне прям этот... Как это называется? Короче, я не вспомню. Английское слово, это когда... Ганшот это называется, да? Короче, выстрел в голову, просто пушка-вышка, отвал башки. И вы знаете, что я очень сильно неровно дышу к Лиду. Да все они там. И Рейвен какой охренительный. И Соха. И Сионтика подстригли, наконец, на мальчика он стал похож. И Хвануна там, ой. И Конхи. И, короче, все, все. Кстати, Рейвен участвовал в написании лирики к этому треку. Я, короче, не знаю, чего говорить. Я нахваливать их могу бесконечно. Клип бомба, трек бомба. Сейчас я пойду себе его обязательно добавлю в плейлист, переслушаю 256 раз. Клип пересмотрю 485. И все. Кстати, по тому, что я говорила, что я послушала весь альбом, я добавила все треки, кроме Fragile. Вот, он мне не очень сильно зашел на фоне остальных. Ну, не знаю, может быть, переслушаю пару раз и все-таки распробую его, но на фоне остальных он у меня прям как-то на последний план ушел. Skydiving, ой, там Лидо начинает. И потом в куплете во втором, какая у него партия, как там тудыц-тудыц. Мне кажется, кстати, он на уровень вырос в плане рэпчика. Вот что скажу. Firebomb. Классный инструментал. Мистер Вулф. Практически фаворитом у меня был до прослушивания заглавочки. Но вот момент, что в припеве Мистер Вулф
Мне очень сильно мотив напомнил Go-Go Baby у Мамаму. Угу. Кто послушал, скорее всего, тоже нашел схожесть. Кто еще не послушал, послушайте и в голове держите Go-Go Baby, сразу срастите схожести. Самое интересное, что я посмотрела в кредиты, и у Go-Go Baby, и у Мистер Вулф разные люди принимали участие в создании треков и написании лирики. Вот. Все, я больше ничего не буду добавлять. Это было прекрасно. А, кстати, интро. Интро какое охренительное. Это вот, которое Хугадзе Рок. Джокер на минуту 31. Это какое-то упущение, что это всего лишь минуту 31 длится. Короче. Ой, с ума меня сведут эти собаки. Все, ладно. Вот еще мои любимые треки у Ванасиков. Как дожить-то до конца, мой господи. Прости. Всем спасибо, что посмотрели. Еще раз прошу прощения у тех, кому показалась эта реакция абсолютно неконструктивной или еще там чего. Я вас предупредила, еще раз повторяю. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Какие треки понравились, не понравились. Как вы там вообще живы, не живы после этого всего безобразия. И всем пока-пока.